всем привет. Еще раз здравствуйте. И уже появляются у нас команды на поле. Мелбет, первая лига. Мы с вами здесь, в Нижнекамске, смотрим за матчем «Нефтехимик» «Динамо» Махачкала. Дерби это назвать, наверное, сложно, но тем не менее противостояние команд, которые себя неплохо зарекомендовали, но тем не менее формальности соблюсти надо. В зелено-черной форме «Нефтехимик», бело-голубые «Динамовцы». Поехали, дамы и господа. Нижнекамцы чаще пользуются. Ой, вот это классно, как от Уридии. Подарок и 1-0, Филипп Дворецков. Но Уридия — это не пас, это пасище, это искусство сейчас было просто. Филипп Дворецков открывает счет в этом матче. Абсолютно какой-то не поддающийся, мне кажется, какому-то логичному описанию гол, потому что здесь все было сделано, ну, на каком-то сверхчутье. Пошла подача. А вот и он. Дальше 1-1. Вот тебе, пожалуйста. Но нет. Офсайд. 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 Или что там? Офсайд. Показывает Лайтман. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим повтор. Момент крайне любопытный. Да, но с этой камеры сейчас будет интересно. Поймем мы. Новиков вернется на родной стадион. Опасно может быть здесь. Ох, какой перевод. И забить тут только остается. 2-0. Влетает мяч в сетку ворот. Гол засчитан. Максим Ширяев. Да, вот буквально Ширяев. В пустые там уже все. Затолкали, как говорится. Затолкали. Не добавить здесь, не убавить ничего. 2-0. И вот обрати внимание, как борется до конца. Подача опасна. 2-1. Вот то, о чем мы сказали. Забьют и понесется. И теперь точно понесется. Идар Шумахов отыгрывает один мяч. И вот теперь поехали. А вот теперь начинается самый настоящий футбол. И все, 2-1. «Нефтехимик» побеждает в матче против махачкалинского «Динамо» в очень сложном.